Копенко. Суслова, Малышев, встали быстро. Встали, я сказала. Мы больше так не будем. Я кому сказала? Встали быстро, втроем. Спать, глаза закрыли? Я кому сказала? Глазки закрыли? Молчите! Так, сейчас Прокопенко почитает нам свои стихи. А все остальные будут слушать. Будем слушать стихи? Нет. Не будем. А к заведующей мы хотим идти? Нет. Не хотим к заведующей. Значит, мы не хотим идти к заведующей, будем пить таблетки. Да. Пьем таблетки и идем спать. Берем таблеточки и запиваем. Давай. Все, хватит, ставим стакан и уходим. Суслова дверь закрывает. Борька не встает, я его будила, а он не встает. Прокопенко? Да. Понятно. Ну иди одевайся. Прокопенко. Подъем. Прокопенко, я кому сказала? Подъем. Боря! 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 Боречка! Боря!
была аллергия на рыбу. Я всех предупредила, и врача, и учительницу в школе. Но в первый день на обед дали пирожок какой-то, и там была рыбная начинка. У него начался отек гортани. Кому-то этот случай может показаться случайностью или роковым стечением обстоятельств. Да, и такое в жизни может произойти. Однако в последнее время формальное отношение к нашим детям в школьных и дошкольных учреждениях приобретает все более мыслимые и немыслимые формы. Напомним, сегодня в суде Щукинского района Москвы слушается судебный процесс над воспитательницей, которая своей халатностью чуть не убила ребенка. Ребенок сейчас находится в состоянии комы. Адвокат. Господин адвокат, скажите, вы действительно считаете свою подсудимую невиновной? Без комментариев. Скажите, пожалуйста, как будет строиться защита над человеком, который чуть не убил ребенка? Господин представитель средств массовой информации, вина моя подзащитная еще не доказана. Так что давайте дождемся завершения процесса, да? Прошу всех встать, суд идет. Прошу садиться. Слушается уголовное дело в отношении Тарасовой Ольги Дмитриевны, ранее несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Дело слушается в составе председательствующего судьи Серегина Марины Андреевны при участии государственного обвинителя прокурора Зайцевой Ольги Леонидовны, адвоката Шпагина Константина Олеговича, при секретаре Ухова Инги Витальевны. Подсудимая, встаньте, я разъясню ваши права. Вы имеете право возражать против обвинения, отказаться от дачи показаний, заявлять отводы, подавать ходатайство, представлять доказательства, знакомиться с протоколом судебного заседания, обжаловать приговор суда. Право понятно? Да. Садитесь. У участника процесса есть ходатайство? Нет, Ваша честь. Нет, Ваша честь. Судебное заседание объявляю открытым. Слово предоставляется государственному обвинителю. Прошу вас. Разбираемое нами дело предельно просто и предельно жестоко. Закон иногда слишком мягок, и мы можем предъявить обвинение лишь по 118 статье, тогда как поступок Тарасовой переходит черту человечности и профессионализма. 29 июня 2007 года во время тихого часа с позволения сказать воспитатель Тарасова Ольга Дмитриевна, раздраженная детским смехом, накормила 3 малышей димедролом. Пока подсудимая наслаждалась собственным отдыхом, у 5-летнего Бори Прокопенко возникла тяжелая аллергическая реакция, в результате которой ребенок впал в кому. Ребенок по сей день находится в реанимации. Учитывая особый цинизм деяния, обвинение просит признать Тарасову Ольгу Дмитриевну виновной и приговорить к максимальному сроку, предусмотренному данной статьей, 1 году лишения свободы. А также лишить ее права пожизненно заниматься педагогической деятельностью в детских учреждениях. У меня все, Ваша честь. Спасибо. Слово предоставляется защите. Ваша честь, вы позволите? Да. Ваша честь, моя подзащитная Ольга Тарасова стала лишь жертвой трагической случайности. А вот по поводу высказывания госпожи прокурора. С позволения сказать воспитатель, но это как минимум некорректно. Моя подзащитная – настоящий педагог с 20-летним стажем. Слушайте, да что вы несете? Ну какой настоящий педагог, а? Ее вина лишь в том, что она достойно выполняла свою работу. Ну что ты говоришь? Вот и все. Я тебя самого заставлю эти таблетки жрать, ты понял? Я прошу вас сесть.
Ну, просто хочется, господин адвокат, воскликнуть побольше бы таких педагогов. Ваша честь, вам не кажется, что госпожа прокурор нарушает регламент судебного заседания? Я прошу соблюдать тишину и порядок. Я прошу соблюдать регламент, как просит господин адвокат. И прошу всех более корректно отнестись к данной проблеме. Заседание объявляется перерыв. Прошу всех встать. Алло? Лёль, да это я. А что? Нет. Нет, ничего срочного. Да-да, конечно. Я понимаю, Берт, у меня дело срочно. Хорошо, пока. Ирма Олеговна, я тут доверенность на мужа оформляю, а он опаздывает. Да ничего страшного. Давайте мы подготовим все документы, он как раз подойдет. Хорошо, спасибо. А вдруг он совсем не сможет сегодня? Ой. Здрасте, здрасте. Просите, пожалуйста. А вы что-то хотели? Я хотел бы с вами поговорить, если можно. А о чем? Ну, у меня ничего серьезного. Вы, конечно, можете меня прогнать, но... Знаете-ка, Константин, идите-ка вы, пожалуйста, в кафе. А я освобожусь минут через 15 и подойду. Это который под мостом, да? Угу. Хорошо, спасибо. До свидания. Костик, да не расстраивайся. Конечно. Что переживать? Что с нами, с адвокатами сделает? Никаких моральных принципов, ни угрызений совести, только физический ущерб. Шпагин, хватит. Возьми себя в руки. А толку-то? Нет, ну какой толк? Заниматься сейчас самоедством. Ты адвокат. Твое дело защищать, в конце концов. Давай. И что я тебе все это как маленькому говорю? Точно. Со мной надо по-взрослому. За грудки и по мордам, да? Да. Иногда это нужно. Когда ты начинаешь себя вот так вот вести. Ты понимаешь, я очень давно боялся потерять вот это ощущение грани между добром и злом. На самом деле понять, виновен ли человек, или, может быть, мне просто кажется, что он виновен. Понимаешь? Ну, тогда я желаю тебе найти в жизни человека, который всегда был бы рядом с тобой и который не позволил бы тебе сойти с истинного пути. Ну, а может быть, это будешь ты. Наше заседание продолжается в прежнем составе. Я напоминаю сторонам, будьте более корректны в слушании данного дела. Слово предоставляется стороне обвинения. Пожалуйста. Спасибо, Ваша честь. Мы здесь для того, чтобы выявить истину. А истина в том, что Тарасова постоянно превышала свои профессиональные полномочия. Тишина! Тишина в зале! Разрешите пригласить в зал суда первого свидетеля. Меня отпустили с работы пораньше. И, естественно, я пришла в детский сад забрать своего сына. Так вот, когда я пришла в садик, я опешила, понимаете? Двое мальчишек стояли в раздевалке практически раздетые. Они стояли только в трусиках. Они стояли в углу босыми ножками на холодном линолеуме. А было очень холодно. И мальчики сказали то, что они наказаны. И одного мальчика из наказанных звали Боря Прокопенко. Тишина!
Вы знаете, я считаю, что, конечно, всякое бывает. Дети бывают и кричат, и не слушаются. Но это же дети, это дети. А если завтра мой ребенок окажется на месте этих двух мальчиков, этого не должно быть. Применять вот такой вот метод воспитания, варварский, так не должно быть. Так быть не должно. Хорошо. У защиты будут вопросы к свидетельнице? Нет, Ваша честь. Спасибо, садитесь. Пригласите в зал следующего свидетеля. Мы с другими родителями периодически что-то делаем в садике. То убираем, то красим. Однажды муж стол чинил. Так вот, как-то раз я мыла окна и слышала, как воспитательница буквально орала на детей. Причем она совершенно не стеснялась в выражениях. И как вы думаете, за что? Кто-то из детей пел песню. У меня хоть и девочка, но я все-таки была обеспокоена таким поведением Ольги Дмитриевны. Скажите, пожалуйста, а на кого конкретно из детей кричала Тарасова? Я точно не помню, но, по-моему, это был Боря Прокопенко. Понятно. У защиты будут вопросы к свидетельнице? Нет, Ваша честь. Хорошо, спасибо. Садитесь. Ваша честь, вы позволите? Да. Ваша честь, Боря Прокопенко, мальчик, ну, мягко говоря, легко возбудим. Протест, Ваша честь, личное мнение адвоката. Протест принимается, господин адвокат. Хорошо. Ваша честь, у меня есть справка. Из детской поликлиники номер 43, где обследовался Боря Прокопенко. Диагноз. Обнаружена повышенная перевозбудимость, гиперактивность, резкие перепады настроения. Это неправда! Это неправда! Мой Боренька не такой! Они обязаны следить за нашими детьми. Мы доверяем им самое драгоценное, что у нас есть. А получаем, что инвалидов. Я прошу вас успокоиться. А мой мальчик сейчас в реанимации находится. Я прошу вас успокоиться. Дайте, пожалуйста, инвентарь. Дайте, пожалуйста, воды. Да, вы говорите про каких-то врачей. А может быть, он больше не проснется уже никогда. Я прошу всех успокоиться. Продолжайте, господин адвокат. Ваша честь, моя подзащитная нередко обращала внимание родителей Бори на его психофизическое состояние. Ваша честь, я хотел бы вызвать для дачи свидетельских показаний отца Бори Прокопенко, Виктора Прокопенко. Скажите, пожалуйста, моя подзащитная советовала вам обратиться к детскому психоневрологу. Какая разница, советовала, не советовала. Вы поймите, я утром отдал ребенка в детский садик, а вечером он оказывается в реанимации. Они обязаны следить с 9 утра до 6 вечера за ними. Это их работа. Олег Викторович. Да. Олег Викторович, суд прекрасно понимает сложность всей ситуации. Мы пытаемся в этом разобраться. Вы нам должны тоже помочь. Я повторю вопрос адвоката. К вам обращалась Ольга Дмитриевна, чтобы вы показали мальчика невропатологу. Слушайте, ну какая разница? Я еще раз говорю, ну какая разница, обращалась, не обращалась? Вы поймите, ребенок в больнице. А кто мне за это ответит? Кто ответит? Скажите вы, кто? Кто ответит? Станешь. Что, ну вот ты космонавтом не станешь, потому что ты высоты боишься.
Это ты вообще все боишься? Ну ладно, смотри, какая. Прям мотор же там мощный. Я же тебе сломала его. Здравствуйте, Вера Петровна. Здравствуйте. Ну что, моя девочка не беспокоила вас? Наоборот. Она за полчаса сделала все домашние задания и вот сидит, читает. Другие играют, а она... Молодец. Ну как ты? Нормально. Хорошо, давай собирай книжки. Скажите, Марина Андреевна, а это правда, что сейчас у вас в суде разбирается дело о воспитателе, которая отравила ребенка? Ну да, рассматривается. Вы там с ней построже. Надо же, каких воспитателей принимают в детские сады. Разве так можно? Вот и отправляй после этого ребенка в детский сад. Слава богу, мой уже во втором классе. Ты уже готова? Всегда готова. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания, Вера Петровна. До свидания. До свидания, Наденька. Никогда. Золотое, оно ж мое. А ты слон. Чего? Я не слон. Ты слон. Сам слон. Ты вообще на бегемот. Ах ты. Я сейчас не курица. Ну-ка, я прекратили сейчас же. Олейников, Васильев, не ведите себя как идиоты. Да. Олейников, я кому говорю? Вы слышите меня? Ну-ка, быстро собери. Значит так, ты остаешься в классе и будешь мыть полы. Ты понял меня? Понял. Давай, иди на место. Как же вы мне все надоели. Суд продолжает опрос свидетелей, пожалуйста. Есть такие родители. Им кажется, что воспитатели в саду должны заменить детям и маму, и папу. Софья Владимировна, а вы слышали, что Прокопенко говорил моей подзащитной, что передает ей ребенка с 9 до 18. Протест вашей чести – это наводящий вопрос. Протест отклоняется. Отвечайте на поставленный вопрос. Да, я лично присутствовала при том, когда Прокопенко говорил Ольге Дмитриевне, с 9 до 18 ребенок находится у вас, и вы отвечаете за него на этот период. На самом деле это так и есть. Мы действительно несем ответственность. Ваша честь, я хочу заметить, что Прокопенко в присутствии свидетелей передал полномочия моей подзащитной. По вине не будут вопросы? Нет, Ваша честь. Садитесь, следующий свидетель. Я хотел бы вызвать для дачи свидетельских показаний педиатра поликлиники номер 43. Пригласите, пожалуйста, в зал Старикова Геннадия Ивановича. Вы позволите? Угу. Скажите, пожалуйста, вам знакома моя подзащитная? Да, она приводила ко мне своих сыновей. А что такое, заболели? Она сказала, что дети перевозбуждаются и плохо засыпают. И что вы им прописали? Я прописал димедрол. Скажите, а в каких случаях прописывают димедрол? Чаще всего при аллергических заболеваниях, ну и при бессоннице тоже. И какой результат? Результат очевиден. Дети стали более спокойными, и со сном больше проблем не возникало. Да, но это же не универсальное средство, Ваша честь. Давайте тогда все проблемы решать с помощью димедрола. Ваша честь, к свидетелю. Больше вопросов? Садитесь. Я что хотел объяснить. Вот смотрите, Прокопенко передает все полномочия моей подзащитной. И говорит, что с 9 до 18 она следит за его ребенком. Давайте вспомним, что происходило в тот день. Детский сад, тихий час, да? Ребенок не спит полчаса, не спит час, не спит полтора часа. Но он не сам не спит. Он еще не дает спать другим детям. А я подзащитная, руководствуясь своим личным опытом, дает ребенку димедрол. Да, Ваша честь, но подсудимая обязана была знать противопоказания на лекарство, которое она дает детям. Ваша честь, я хотел бы вызвать для дачи свидетельских показаний академика Зорина. Пожалуйста, пригласите в зал свидетеля. Скажите, пожалуйста, а человек может умереть при принятии димедрола? Вероятность летального исхода возможна только в одном случае. При аллергической реакции на один из компонентов препарата. А как определить, есть ли аллергия на тот или иной компонент? К сожалению, это выясняется после того, как человек уже принял лекарство.
То есть, если я вас правильно понял, что пока ты препарат не принимаешь, ты не можешь понять, есть у тебя аллергия или нет. Абсолютно верно. Но реакция бывает разная. И не надо думать, что после принятия препарата может произойти летальный исход. Дело в том, что аллергия может выражаться в более легкой форме, например, в виде сыпи, или дать, как в данном случае, так называемый отек Квинке – острая легочная недостаточность. И в данном случае, если вовремя не оказать медицинскую помощь, то человека можно потерять. У меня все, Ваша честь. А вине не будет вопросов? Нет, Ваша честь. Садитесь, следующий свидетель. Я хотел бы вызвать для дачи свидетельских показаний маму Бори Прокопенко. Пожалуйста, Зинаида Ивановна. Скажите, а у вас есть медицинское образование? Протест, Ваша честь. Какое отношение к делу имеет образование Зинаиды Прокопенко? Протест поддерживается. Господин адвокат, пожалуйста, формулируйте четче вопрос. Хорошо, давайте представим, ну, чисто гипотетически, что вы находитесь у себя на даче, и вам соседка отдает своего ребенка. Ну, посидеть с ним некоторое время. Через полтора часа у него повышается температура. Ваши действия? Ну, я бы дала что-нибудь жаропонижающее. Ну, что-нибудь что? Например, парацетамол. Например, парацетамол. Скажите, пожалуйста, парацетамол может вызвать аллергию? А, да, может. Ну как, вплоть до впадения в кому? Конечно. Практически любой препарат может вызывать аллергическую реакцию. Но аллергическая реакция не зависит от названия препарата. Она зависит от индивидуальной непереносимости организму каких-либо компонентов в составе лекарства или от наследственной предрасположенности к аллергии данного препарата. Ваша честь, у меня есть медицинская карта мамы Бори Прокопенко, Зинаиды Ивановны, где сказано, что Зинаида Ивановна аллергия на цитрусовые, некоторые злаковые и димедрол. Следовательно, Ваша честь, я могу... Тишина в зале! Что аллергия передалась по наследству. Протест, Ваша честь, потому что это предположение адвоката. Протест принимается. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а какой процент, что предрасположенность к аллергии может передаться по наследству? Точные цифры, я боюсь, вам никто не скажет, но риск заболевания аллергией у ребенка, рожденного от матери, аллергика всегда выше. У меня все. Хорошо, у меня не будут вопросы? Да, Ваша честь. То есть... Не всегда аллергия передается по наследству. По наследству передается предрасположенность к аллергии. Но это не обязательно. К примеру, у родителей аллергии может не быть, а у ребенка она будет. Следовательно, и у здорового ребенка может возникнуть аллергия. Правильно я вас поняла? А ссылаться на личный опыт – это просто безответственно. Я не думаю, что подсудимые каждый раз дают димедрол своим детям, когда те мешают ей смотреть телевизор вместе с мужем. Да какой там муж? Нет у нее никакого мужа. Она мать-одиночка. Я прошу тишину в зале. Прошу тишину в зале. Да пусть другую работу ищет. В заседании объявляется перерыв до 10 часов утра завтрашнего дня. Спасибо. Прошу всех встать. Марина Андреевна, а у Нади как в садике было? Да ты знаешь, нам все-таки повезло с воспитателем, потому что она могла ее забрать к себе и там уложить спать. Ну, конечно, я за это предплачивала. Ну, вот с этого и надо было начинать. Да, сейчас такой ужас рассказывают про воспитательниц, про нянь. Да. Они детей запугивают, те молчат и боятся. Ну, еще у меня девочка. Ну, как-то так более спокойно. Ну, это вы зря, Марина Андреевна. Ну, я же вот тоже девочка. Ты что? Ну, я, конечно. А ты что? Ты хулиганка была, да? А я всегда с мальчишками дралась. Да ты что? Да. Я даже в садике беседку подожгла. Вовремя потушили. Мама ругала? Угу.
Очень сильно ругался. Вообще, мне это Тарасова не нравится. Ну, как можно было детям лекарства давать? Да никак, и не имела она права. Оправдания этому никакого нет. Да. У них там просто беспредел. Зарплаты маленькие, они не работают так, как должны работать. Люблю. Так... Люблю. Люблю, что ночью не сплю в темноте. Ой, в темноте не сплю. Вглядываюсь в темень. Тороплю зорьку. Зорьку тороплю. Я тебя все время, мамочка, люблю. Вот и зорька светит. Вот рассвет уже. Уже рассвет. Ой, вот уже рассвет. Никого на свете лучше мамы нету. Ой, нет. Ну, так себе. Ну, на троечку. Повторяй, положи под подушечку. Мамочка, а ты завтра на праздник придешь? Я обязательно. С дядей Глебом? Не, дядя Глеб не придет, у него много работы. Ну, это даже и хорошо, потому что все время везде ходить – это очень плохо, потому что можно быстро друг другу надоесть. Очень правильное замечание. Давай ты почистишь зубки и пойдешь спать. Угу. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Прошу всех садиться. Прежде чем мы начнем наше заседание, я хочу выразить искреннюю радость по поводу того, что ваш сын вышел из комы. Поверьте, мы здесь все очень-очень рады. Итак, наше заседание продолжается. Мы продолжаем опрос свидетелей. Пригласите в зал Соснину Елену Геннадьевну. Я давно работаю в детском саду. Знаете, у нас впервые такой случай. Я так скажу. Работа у нас непростая. Родители в первую очередь должны заниматься воспитанием детей дома. А сейчас сдают их в детские сады и делайте, что хотите. Конечно, по мере возможностей и сил мы стараемся делать все, что в наших силах. Но мы же не все сильны. Конечно, что касается Коли Прокопенко, то нам искренне жаль, что так случилось. Но не раз говорилось, что мальчика нужно показать специалистам. У него характер сложный, и ребенок он трудный. Я прошу строго не судить Ольгу Дмитриевну. Она на самом деле педагог высочайшего класса. У сторон будут вопросы к свидетелю? Да, ваша честь. Пожалуйста. Скажите, вы оправдываете поступок вашей коллеги? Хорошо, я по-другому сформулирую. Если ребенок непослушный, вы считаете нормальным подавлять его психику лекарственными препаратами? Скажите, вы лично даете димедрол детям? Подождите. Понимаете? Я же все понимаю. Вы простите меня, пожалуйста. Я все понимаю.
Тут надо быть матерью, сестрой, воспитателем, врачом. Простите. Я ведь все понимаю. Я понимаю, что я сделала. Простите меня, пожалуйста. Простите меня. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Района города Москвы в составе председательствующего судьи Серегиной Марины Андреевны при участии государственного обвинителя прокурора Зайцевой Ольги Леонидовны, адвоката Шпагина Константина Олеговича, пресс-секретаря Уховой Инги Витальевны, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Тарасовой Ольги Дмитриевны, ранее несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, постановил признать Тарасову Ольгу Дмитриевну виновной в совершении преступления, предусмотренного данной статьей, и приговорить Тарасову к 1 году лишения свободы, а также лишить права Тарасову заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года. С учетом личности подсудимой, суд считает возможным применить к обвиняемой статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и постановляет считать назначенное наказание условным. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток с момента его провозглашения. Судебное заседание объявляю закрытым. Время не терял, я б на улице не прыгал, я б рубашки постирал, я бы в кухне вымыл пол, я Наденька, бы в комнате приготовься. Подмел, перемыл а ну-ка, бы чашки, ложки, сам очистил бы картошки. Все свои игрушки сам я проставил по местам. Вот чего ж я не девчонка, я бы маме так помог. Мама сразу бы сказала, молодчина ты, сынок. Марина Андреевна, можно вас на пару слов? Да, ну вообще-то я, ну, конечно. Да. Марина Андреевна, у меня была младшая сестра, ей было 6 лет. Она умерла в больнице, заражение крови. Правда, конечно, мы так и не добились, но врачи своих прикрыли и никого не осудили. Моя мама чуть с ума не сошла. Марина Андреевна, простите, что я это все говорю. Мокрые дорожки, на прогулку не пойдем, вот замочим ножки.
тебя люблю. Так люблю, что ночью в темноте не сплю. Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. Я тебя все время, мамочка, люблю. Вот и зорька светит, вот уже рассвет. Никого на свете лучше мамы нет. Мама, очень-очень я тебя люблю. Так люблю, что ночью в темноте не сплю. Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. Я тебя все время, мамочка, люблю. Вот и зорька светит, вот уже рассвет. Никого на свете лучше мамы нет. Ты моя маленькая, так приятно. Как твои успехи? Обогнал двух старух. Так. И юного велосипедиста на трех колесах. Молодец. Хлеба не нужно. Ты много куришь. Извини. На. Ты невнимательна. Прости. Я сама съем. Ну. Ты чем-то расстроен? Девочка моя. Все в порядке. Спасибо, все было вкусно. Хочешь чего-нибудь еще? Да. Девочка моя. Извини. Что? Извини. Что? Да. Нельзя дышать. Нужны капли. Извини.
Да, убить своего мужа, а потом просить хорошего адвоката. А ты возьми и откажись. И откажусь. И откажись. А что ты начинаешь? Ты же знаешь, что я не могу отказаться. Я дал слово Пежемскому. Он сказал, что приедет из Америки, позвонит, поможет, если что. Я же слово дал. Ну тогда не бери в голову, чтобы какая-то баба тебя сна лишила. Ну, во-первых, она не баба. Я, наверное, поэтому ей не нравлюсь. Не ее полета птица. Да плевал я на этот полет. Правильно, плюй. А пойдем-ка лучше в кино, а? Не, у меня что-то голова разболелась. Через 2 дня заседание, надо подготовиться. Пойдем лучше выйти? Пойдем. Суд идет. Прошу садиться. Слушается дело в отношении Шумской Софьи Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом З части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство, совершенное из корыстных побуждений. Дело слушается в составе председательствующего судьи Серегина Марины Андреевны при участии государственного обвинителя, старшего советника юстиции Мурги Глеба Николаевича, адвокате обвиняемой Шпагине Константине Олеговиче, пресс-секретаря Уховой Инги Витальевны. Обвиняемые, разъясняю вам ваши права. Я прошу вас встать. Вы имеете право возражать против обвинения, отказаться от дачи показаний, заявлять отводы, подавать ходатайство, представлять доказательства, знакомиться с протоколом судебного заседания, обжаловать приговор суда. Право понятно? Да. Спасибо, присаживайтесь. У участников процесса есть ходатайство? Нет, ваша честь. Нет. Судебное разбирательство считаю открытым. Слово предоставляется государственному обвинителю. Прошу вас. Софья Шумская совершила умышленное убийство своего законного супруга Кравченко Владимира, подменив флакон с каплями от насморка на флакон с ядом. Владимир Кравченко в последние годы страдал воспалением слизистой оболочки полости носа, при котором ему периодически требовалось применять специальный препарат. Подсудимая была одной из немногих, кто знал об этой особенности убитого, а также единственной, кто в период с 5 до 9 вечера, когда Кравченко и был отравлен, имела доступ к его личным вещам. Мотив, который преследовала подсудимая, понятен – получить крупный капитал своего мужа. Согласно завещанию, написанному Кравченко, незадолго до смерти Шумская являлась единственной наследницей всего его состояния. У меня все. Софья Александровна, встаньте. Вы признаете себя виновной? Нет. Господин прокурор упустил одну маленькую деталь. Я любила своего мужа. И это ничего не значащее. На его взгляд, деталью я движима всю свою жизнь. Любовью, а не деньгами. Денег не хватало и при жизни мужа. Зачем мне было убивать? Поверьте, я потеряла гораздо больше, чем приобрела. Хорошо, спасибо. Садитесь. Суд приступает к опросу свидетелей со стороны обвинения. Пожалуйста. В нашей семье все протестовали против брака моего брата Володи
с этой женщиной. Точнее, тогда она была совсем еще девочкой. Студенткой 18 лет, но без сомнения опытной женщиной, которая окрутила, взяла в оборот моего брата. Хотя в то время ему было далеко за 40. Для меня загадка, как они умудрились прожить так долго. Протест. Это не имеет отношения к делу. Протест принимается. Нина Гертрудовна, отвечайте на строго поставленный вопрос. Спасибо. Продолжайте. А как вы думаете, на чем держался этот брак? В жизни моего брата, Володи, произошла трагедия. Когда от него, оставив ему дочь, ушла его первая жена, девочка покончила жизнь самоубийством. Так вот, своей жене Соне он видел свою погибшую дочь, баловал ее, потакал во всем, закрывал глаза на ее проступки. Ей хорошо было. Она стелилась перед ним, пока он совсем ей не надоел. Значит, вы считаете, что взаимности в этом браке не было? Он ее любил. Про нее не знаю. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь. Значит, у вас будут замечания? Замечания, да? Замечания, да. Согласитесь, что моя подзащитная очень красивая женщина. Вы представляете, как она выглядела, когда ей было 18 лет? Но это лирическое отступление. Вот по поводу замечаний. Я на 150% уверен, что моя подзащитная выходила замуж по любви. Далеко не по расчету. Представьте себе, Кравченко в тот момент, 15 лет назад, богат не был. Софья же Александровна выросла в хорошей семье инженеров и не была подобрана на улице, как нам на это намекает потерпевшая. Кстати, Нина Гертрудовна уже более 10 лет с братом не общалась. Но судьба так распорядилась, что после того, когда Нина Кравченко поссорилась с братом, он разбогател и окружил роскошью любящую жену. Вот и все. Да, да. Вот, Марина Андреевна, еще кое-что по делу нашей странной девушки. Почему странной? Конечно, странная. Какой же еще-то? Такая симпатичная, молодая, со стариком жила. Ну, может быть, она с ним счастлива была. Угу. И любовников, наверное, каждую неделю меняла. Слушай, ну ты зря так говоришь. Мне кажется, он был очень незаурядной личностью. А потом, когда они познакомились, как раз он был в самом расцвете своих сил. Угу. А представляете, Шпагин в нее влюбится. Ладно, я пойду. Ладно. Но ты знаешь, все может быть. По-моему, она в его вкусе. Ой, Марина Андреевна, а что, у Шпагина вкус, что ли, есть? А чего ты здесь делаешь? Я? Степлер искал. Вот, уже нашел. А ты что такая веселая? Зарплату повысили. А-а-а. Между прочим, Константин, вам нужно быть как-то аккуратнее. А что такое? Ну, вы же такую красотку защищаете. Инга, золотка, никогда не доверяй тому, что я так уверенно несу в зале суда. И, кстати, Константин Шпагин никогда не смешивал личную жизнь с работой. Чего желает и вам. До свидания. До свидания. А я, с вашего позволения, выпью. Вы меня простите, что я вас так замучил, заставляю приезжать сюда. Просто я совершенно не в состоянии появляться на людях. Ну, пожелание клиента для меня закон. Константин, ну, раз уж вы мой гость, давайте перейдем на «ты». В зале суда вы проявили, то есть ты проявил завидную осведомленность. Нет, это просто интуиция. Я на самом деле из-за этого и пришел, чтобы побольше узнать об этом деле. Я вам все расскажу, все, что знаю. Тогда у меня есть один вопрос. Да. У твоего мужа, кроме сестры, были еще родственники? Мать, она недавно умерла, и появилась какая-то целая куча внучатых племянников, которые появились после смерти Володи в связи с наследством. Они что, тебя не любили? Они не любили меня. Они, наоборот, даже были рады, что у него появилась
Женщина, которая готова бескорыстно ухаживать за ним. Так ты ухаживала за ним? Я любила его. Так любила, что я даже взяла академотпуск, когда мы стали встречаться на целый год. Я ухаживала за ним, да, он тяжело болел. Когда мы познакомились, у него ничего не было. Была квартира на окраине, однокомнатная. А все это то, что ты видишь, деньги, все остальное, квартира появилась гораздо позже. А ты, Костя, женат? Я нет. В организме убитого были обнаружены элементы цианистого водорода или синильной кислоты, которая, пробив скопившуюся в носовой полости слизь, через носоглотку попала в желудок, где и произвела мгновенный отравляющий эффект. Аналогичный раствор заполнял обнаруженный на месте преступления флакон из-под назального препарата. Ваша честь, я также хотел бы добавить, что согласно экспертизе, отпечатки пальцев с флакона также принадлежали потерпевшему. Хорошо, спасибо. Садитесь. Пригласите следующего свидетеля. В тот день Владимир Гертрудович уехал из офиса около 16:00. В хорошем настроении. Скажите, он поехал домой или еще куда-то собирался заехать? Ну, о каких-то деловых встречах он мне ничего не сообщал, поэтому, наверное, это, если и было, то личного характера. А в день убийства вашего шефа у него были какие-нибудь деловые встречи? Да, в тот день был просто аврал. С утра он провел совещание, а потом было 3-4 встречи, но после обеда он работал один в своем кабинете. Скажите, а вы знали, что Владимир Кравченко использует специальные капли от насморка? Ну, ничего подобного я не видела, но он не афишировал своей болезни. Ну, по показаниям свидетельницы становится очевидным, что сослуживцы о флаконе с каплями знать не могли. Об этом знать мог только близкий ему человек. Мне ваша позиция ясна. Это все доказательства, которые вы можете предъявить? Пока да. Защита, будут у вас свидетели с вашей стороны? Да, ваша честь. Пожалуйста. Для дачи свидетельских показаний я хотел бы вызвать Павленко, Спартак Иванович. Господин Павленко, расскажите суду, пожалуйста, какое отношение вы имели к семье Владимира Кравченко? Ну, мы друзья с самой юности. Вместе учились, вместе женились, вместе работали. Так и дружили до самой его гибели. Скажите, пожалуйста, а вы как его друг, наверное, знали его врагов? Вот несмотря на то, что успех пришел к Володе поздно, он всегда выделялся из коллектива. Был лидером, заводила. Ну и враги, конечно, у него были. Ну а в последнее время, когда вращались такие денежные капиталы, и подавно. Угу. То есть вы хотите сказать, что имело место быть и заказное убийство? Ну, скорее всего, было именно так. Скажите, пожалуйста, а вы не можете сказать суду, в каких отношениях он жил со своей женой в последнее время? Ну, их взаимоотношения, ну, служили образцом для подражания. Ну, даже если что-то не так было, они умудрялись никогда не выносить ссоры из избы. И всегда производили впечатление любящей пары. Я личный врач Кравченко. И могу пояснить суду следующее. За последние 3 года, по моей рекомендации, погибший несколько раз посещал нашу клинику для того, чтобы подлечиться. Вот. А 2 года назад мы ему сделали операцию, так как болезненные ощущения были очень сильными. Вот. А год назад, вы знаете, опять проявились слабые симптомы болезни. А известно ли вам, что ваш пациент Владимир Кравченко использовал специальные капли? Если известно, то и как часто он их применял? Да, это были специальные капли. Я лично рекомендовал ему по максимуму сократить применение лекарства, чтобы не возникло привыкания. Он закапывал нос
два раза в день, не более. То есть вы утверждаете, что он пользовался этими каплями два раза в день? Совершенно верно. Ваша честь, я хотел бы прокомментировать слова свидетеля. Получается, что господин Кравченко закапывал капли два раза в день. Утром закапал нос, положил в пиджак. Второй раз он мог использовать эти капли в то время, которое ему удобно. Понимаете? Получается, что круг подозреваемых мог увеличиться, ну, как минимум до 28 человек. Капли могли подменить в любое время суток, а не обязательно в период с 17 до 21 часа. Какие еще 28 подозреваемых? Мы уже выяснили, что Кравченко своей болезни не афишировал. О лекарстве мог знать только кто-то из его близких. Кто еще мог знать об этих каплях? Кто мог знать? Да. О лекарстве? Мог знать вообще кто угодно. Господин, понимаете? Прокурор, господин адвокат. Простите, ваша честь. Со стороны обвинения будут еще свидетели? Нет. Со стороны защиты будут свидетели? Нет, ваша честь. На сегодня заседание закончено. Красавица моя, спокойной ночи. Мама, а как же сказка? Доченька, ну пусть тебе дядя Глеб про Колобка расскажет. Про Колобка я не хочу, я хочу про любовь. А я не знаю про любовь. Но я без сказки не привыкла. А я знаю. Да ты что? Угу. Ну-ка, 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 мы послушаем. Жила-была принцесса. И муж у нее был чудовище, но богатый. Знаю, знаю. Потом эта принцесса поцеловала чудовище, и это чудовище превратилось в прекрасного принца. Ну, приблизительно. И вот однажды отец принцессы поехал в служебную командировку. Секундочку, а где там любовь? Это дальше. А можно я расскажу? Доченька, слушай маму. Значит так. Жил-был царь. У царя было три сына. И вот он говорит. Сыновья мои дорогие, выросли вы уже, и пора вам уже жениться. Возьмите в руки лук, стрелы, выстрелите. Куда попадет стрела, та ваша жена и будет. Закрывай глазки. Взял старший сын, выстрелил и попал в дом к помещичьей дочери. Царь говорит, это и будет твоя жена. Свидетель, суд предупреждает вас, что за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний вы несете ответственность по статьям 307-308 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внизу распишитесь. Пожалуйста. Владимир Гертрудович Кравченко стал жертвой интриг делового мира. Месяц тому назад, обойдя нескольких конкурентов, он завладел полным пакетом акций крупнейшего предприятия. И, насколько мне известно, ему угрожали. Он сам вам об этом рассказывал? Нет. Видимо, это слухи, пущенные подчиненными. Но однажды в компании действительно произошел инцидент, когда на вашего босса ударил, вовремя скрылся какой-то незнакомец. А в компании говорили о человеке, которого Кравченко хотел бы видеть в качестве своего преемника? Да нет, я не слышал. Мы вообще не ожидали, что он так быстро уйдет. Теперь управляющего изберут путем голосования, а юридически компанию возглавляет вдова покойного. А вы знакомы с подсудимой? Нет. Просто... Софья Александровна, вы что-то хотели сказать? Нет, я просто хотела бы поправить свидетеля Гусакова. Мы с ним знакомы. Видимо, он запамятовал. Однажды заболел водитель моего мужа, и этот человек подвез меня из офиса домой. Хотя я могу ошибаться. Объясните суду. Вы знакомы? Да, действительно, я припоминаю. Я в самом деле подвозил. Только высылал я вас не дома, а у ночного клуба. Значит, подсудимая периодически появлялась в офисе мужа. А как вы думаете, чем она там занималась? Ну,
Я не думаю, чтобы она занималась какими-то делами. Видимо, просто приезжала справиться о здоровье супруга. Посещала любовника. А, Костик. Что-то случилось? Да нет, просто у тебя сегодня целый день телефон включен. Ну, Ирма, помнишь, мы с тобой разговаривали давно, что мы свободные люди, у нас нет друг перед другом никаких обязательств. Да. Но, может, подбросишь меня домой? Я очень спешу. Ладно. Прости. Интуиция подсказывает мне, что она невиновна. Это не она отравила. Да. Хотя аргументы за и против, конечно, уравновешивают друг друга. Какая здесь может быть интуиция? Я понимаю, Шпагин попался на крючок, но ты, Марина... Я понимаю, почему ты так злишься. Потому что Костя гораздо более убедительнее выглядит на суде, чем ты. Перестань, я сейчас не о Шпагине, а о тебе. Понятно, что адвокат должен блефовать, играть на эмоциях суда, но ты не должна на это поддаваться. А что ты так на нее взъелся? Да потому что я уверен, что она виновна. И мне ее совсем не жаль. Да. Этот Гусаков показался мне странным каким-то. Кто? Ну, менеджер, который тебя до клуба подвозил. Этот? Сам его вызвал, сам потом и пожалел. Слушай, а ты вообще не знаешь, что это за тип? Обыкновенный карьерист, который сумел втереться в доверие моего мужа и таким образом добился повышения. Так, может быть, он хотел стать президентом компании? Ты ему льстишь. Слушай, а почему ты так бурно на него отреагировал? Я просто не люблю дураков. А какие мужчины тебе нравятся? Остроумные, независимые, непредсказуемые. Как ты. Кость, прости, милый, я не могу сейчас так сразу. Ты меня понимаешь? Да, конечно. Ты меня прости. Выпьем. Доктор Мазни. Что? Еще раз у нее появишься? Не понял. Сейчас объясню. Привет, Серегина. Привет. Ты пуговицу можешь мне пришить? Это кто тебя так? Да какая разница, хулигана, держи. Проходи. Ага. Ничего себе. Надя спит? О, как пахнет вкусно, а? Я тебе, между прочим, не жена. У тебя Ирма есть. Ну, она мне, между прочим, тоже не жена. Ну, хватит. Совсем уже обнаглел. Довел бедную девушку. Ладно, все, сами разберемся. Вопрос закрыт. Он закрыт не будет, пока в суде обсуждает твои шашни с подсудимой. А может, у меня стратегия такая? Ой, какая стратегия? Отвернись. Ой. Ну, какая стратегия? Ты сам подумай. Если завтра в газетах напишут о том, что подсудимая выиграла дело благодаря тому, что спустила штаны с адвоката, ну, какая это стратегия? Чувствуешь разницу? Вот когда я дело выиграю, вот тогда все и успокоятся. Но это не тебе решать. Короче, Серегина, я завтра же тебе докажу, что Кравченко убил другой человек.
Ты куда? Домой. Ну, может, ты останешься переночевать? Куда-то, на дворе ночь. Спасибо тебе, Серегина. Пока. Пока. Вот здесь из ежедневника я выписала всех, с кем встречался мой шеф в этот день. Здесь время и место. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Скажите, а он обедал все время в одном и том же месте? Он обедал в ресторане «Пурпурная роза». Это очень дорогое место, но очень хорошее, недалеко от работы. И последний вопрос. А он все время ходил в пиджаке? Знаете, пиджаки он вообще не любил. Он, когда приходил к себе в кабинет, сразу вешал его на спинку стула. Да вы что? Спасибо вам огромное. Пожалуйста. До свидания. Владимир Кравченко был постоянным клиентом нашего ресторана. Скажите, пожалуйста, а вы не помните, как он был одет в тот день? Он всегда одевал деловой костюм, белая рубашка, брюки. А пиджак? И пиджак, конечно, но он имел привычку снимать его и вешать на спинку стула. Скажите, пожалуйста, вот, грубо говоря, господин Кравченко уходит в уборную. Он забирал пиджак с собой? Нет, зачем же? Его компаньон оставался и мог приглядеть за ним. Да и я в его отсутствие мог определить, что он в ресторане именно по пиджаку на спинке стула. Ваша честь, если верить показаниям секретарши Кравченко, то у Кравченко была деловая встреча в ресторане в тот день, а встреча у него была с господином Гусаковым. Протест. Кто может подтвердить, что эта встреча состоялась и что в ресторане был именно Гусаков? Господин прокурор, ну если суд позволит мне повторно пригласить свидетеля Гусакова, я смогу доказать вам этот факт. Суд учтет ваши пожелания, пока что протест принимается. Хорошо. Давайте теоретически представим, что встреча состоялась. Тогда флакон мог подменить кто угодно, даже господин Гусаков. Но это серьезное обвинение. Вы можете это доказать? Я этого доказать не могу. Так же, как и вы не можете доказать, что флакон подменила Софья Александровна. Хорошо. Какой мотив был у Гусакова? Мотив? Да любой мотив. Заплатили денег за убийство. Или Кравченко обещал ему какое-то повышение, но не сдержал своего слова. Господин прокурор, господин адвокат. Если вы будете продолжать полемику в подобном тоне, я буду вынуждена прервать снова заседание. Простите. Суд — это не место для теоретических изысканий. Для повторной дачи свидетельских показаний приглашается Гусаков Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, в день убийства вы встречались с Владимиром Кравченко? Согласен. Неплохо так себе, а дальше, хочу так сказать еще. До свидания. До свидания. До свидания. Да, кстати, футбол вчера смотрел. А вы приняли решение уже? Нет, ты что, все решения потом. Мне на день некому забирать из пробежки. Угу. Ну, пока. До свидания. Встаньте, пожалуйста, суд идет.
Принято решение признать Шумскую Софью Александровну невиновной и отпустить ее по добру и по здорову. О-о-о-о! Тишина в зале! Тишина! Ишь ты! Ишь ты! Вы закончили? А теперь прошу ко мне в кабинет. Ваша честь. Костя, мы не договаривались на сегодня. Я знаю, я пришел сказать тебе, что я... Давай перенесем наш разговор на завтра. Ну погоди, не прогоняй меня. Костя, прекрати, я очень устала, или я вызову охрану, ты слышишь? Так, сегодня заседание продолжается в том же составе. Со стороны защиты, кстати, Олег, у вас пуд свидетеля? Нет, ваша честь. Да, неожиданно. Только что получено сообщение о том, что минувшей ночью в автокатастрофе погиб Гусаков Андрей Андреевич. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами дела заседание переносится... Ваша честь. Да. Я хочу сделать заявление. Это мое признание. Какое признание? О чем ты говоришь? Суд готов вас выслушать. Я хочу сознаться в том, что я сознательно убила своего супруга, Кравченко Владимира Гертрудовича, подменив флакон с каплями на флакон с синильной кислотой. Ваша честь, протест. Я хотел бы перенести заседание в связи с физическим состоянием моей подзащитной. Протест отклоняется. Продолжайте. Я полюбила другого человека, я хотела с ним жить. Вам в этом препятствовал муж? Нет. Препятствие заключалось в моем любовнике. Он работал в компании мужа и очень ценил уважение и любовь своего шефа. И если бы я развелась и вышла за него замуж, я помешала бы его карьере. Он был категорически против. Хотя любил меня. Наверное. А вы можете назвать имя вашего любовника? Гусаков Андрей. Приговор именем Российской Федерации. Суд Щукинского района города Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шумской Софьи Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом З, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство, совершенное из корыстных побуждений, постановил признать Шумскую Софью Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 105 «Умышленное убийство Уголовного кодекса Российской Федерации» и приговорить к 10 годам лишения свободы.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток с момента оглашения приговора. Судебное заседание объявляю закрытым. Вы были на редкость суровы, но справедливы. Почему на редкость? Эх, женщины, и в космос вы летаете, под воду ныряете, и правосудие вершите. А все так же... Да. Ну-ну-ну-ну-ну. Продолжай. А все так же сентиментальный, как и 1000 лет назад. А вы разве нет? Нет, мы все-таки больше опираемся на логику, факты. Последнее дело тому есть ярчайший пример. Логика, факты. Скучно, товарищ Мурган. Партия. Еще одну. Давай. Алло. Привет. Как дела? А, Марина, здравствуйте. Да-да-да-да, дома. Пока все нормально, все хорошо. Ну, где-то 3 дня куролесил. Не спал, наверное. Да? Ага, хорошо, спасибо. Спасибо, пока. А кто звонил? Серегина? Да. И что ты ей сказала? Ну, я сказала, что у нас все хорошо, что ты в душе, но обязательно ей перезвонишь, потому что у тебя есть масса вопросов по новому делу. Молодец. Я знаю. Ирма его любит, значит, они справятся. Граждане, а? У меня булка закончилась. Если закончилась булка, значит, нам пора идти домой. А тебе? А мне еще больше повезло. Можно? За проезд передаем. За одного передайте. Возьмите, пожалуйста. Не могли бы не курить? Не мог бы. Удостоверение. А если у человека астма? Астматики пусть сидят дома. Возьмите, пожалуйста. Передайте, пожалуйста. Между прочим, здесь ребенок. А дети в ясли ходят. Передайте, пожалуйста, за одного. Ой, только бы в пробку не попасть. Тогда успеем. Будьте добры. Один. Возьмите. Двоих возьмите. Давай. Передайте. Ну, что там на Чебоксарской? Пробка? Все стоит. Ладно, будем думать.
В объезд поедем. Впереди пробка. В Щукинском районном суде города Москвы слушается судебное дело по делу водителя маршрутного микроавтобуса, совершившего аварию, в которой погибло 5 человек. Водителю предъявлено обвинение ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мы будем следить за ходом судебного разбирательства. Проблема общественного транспорта, пресловутых маршруток, за рулем которых сидят профнепригодные водители, убивающие огромное количество людей, очень актуальна в наши дни. Актуальна, к сожалению, своей печальной статистикой человеческих жертв. Стоп. Прошу всех встать, суд идет. Прошу садиться. Слушается дело в отношении Хохлова Сергея Владимировича, 65-го года рождения, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Дело слушается в составе председательствующего судьи Серегиной Марины Андреевны при участии государственного обвинителя прокурора Мурги Глеба Николаевича, адвоката Пежемского Ильи Викторовича, при секретаре Уховой Инги Витальевны. Подсудимый, разъясняю вам ваши права. Вы имеете право возражать против обвинения, отказаться от дачи показаний, заявлять отводы, подавать ходатайство, представлять доказательства, знакомиться с протоколом судебного заседания и обжаловать приговор суда. Права понятны? Да. Спасибо, садитесь. У участников процесса есть ходатайство? Нет. Нет, Ваша честь. Судебное разбирательство считаю открытым. Слово предоставляется стороне обвинения. Прошу вас. 8 сентября этого года подсудимый Хохлов, водитель маршрутного такси, перевозил пассажиров с Парковой улицы до остановки «Трикотажная фабрика». Проезжая по маршруту, неоднократно нарушал правила дорожного движения. Я протестую, Ваша честь. Протест принимается. Господин прокурор, ограничитесь, пожалуйста, только фактами. Я как раз собирался это сделать. Подсудимый неоднократно нарушал правила дорожного движения. Превышал скорость, проезжал на красный сигнал светофора. Затем самовольно изменил маршрут, свернул на набережную и, объезжая пробку, выехал на встречную полосу. Во избежание столкновения с грузовиком совершил ДТП. В результате погибло 5 человек. 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Хочу обратить ваше внимание на то, что автобус был рассчитан на 13 сидящих мест. Однако в момент аварии в нем находилось 15 человек. 2 человека ехали против всех правил перевозки пассажиров. У меня все, Ваша честь. Я протестую. Если бы вам
хоть раз пришлось ранним утром в час пик штурмовать маршрутное такси, вы бы поняли, что водителями движет исключительно желание помочь как можно большему числу пассажиров не опоздать на службу, иногда рискуя быть оштрафованным. Город испытывает острый дефицит наземного транспорта. Протест принимается. У вас все? Все. Суд приступает к опросу потерпевших. Пригласите, пожалуйста, первого потерпевшего в зал. Я считаю, что за одно только оскорбление этого человека можно лишить пожизненно водительских прав. Я инвалид первой группы, но продолжаю работать. И еще должен выслушивать советы всякого водилы, мол, сиди дома, щи хлебай. Если у нас все шофера так начнут разговаривать, во что превратится общественный транспорт? Вместо разборов? В левой руке он держал сигарету, а правой передавал мне сдачу сотни. Потом он взял мобильный телефон и позвонил своему коллеге. Вася, ну что там на Чебоксарской? Все стоит? Ладно, будем думать. Потом сказал нам, сейчас поедем в объезд. У меня вопрос к потерпевшему. Пожалуйста. Если я вас правильно понял, подсудимый отклонился от маршрута, дабы избежать пробки на Чебоксарской набережной? Именно так. Как часто вы пользуетесь данным маршрутом? Каждый день на работу. Как часто вы становились свидетелем того, что водитель изменял маршрут автобуса? Вы знаете, это происходило постоянно, каждый день, и каждое утро и каждый вечер. А вы не пытались жаловаться в компанию на самоуправство водителя? Вы знаете, мне все равно, каким маршрутом ехать. Самое главное, чтобы на работу не опоздать. Почему же тогда вас так возмутил телефонный звонок водителя коллеги? Он же старался вам во благо. Протест давления на потерпевших. Протест принимается. Спасибо, у меня, Ваша честь, больше вопросов нет. Мало того, что он закурил на весь салон, так он потом еще так газанул, что все, кто стояли, упали на тех, кто сидел. Скажите, пожалуйста, как же получилось так, что пассажиров набилось в автобус до отказа? Ну как получилось? Утром все едут на работу, ну все стараются залезть. Вот стоя да проехать. Они сами изъявили желание ехать стоя? Протест. Протест отклоняется, продолжайте. Да, сами. Ваша честь, получается, что пассажиры сами нарушили ряд правил? А может, они еще уговаривали его на встречную выезжать или ездить с закрытыми глазами? Господин адвокат, позвольте суду самостоятельно делать выводы. Расскажите, пожалуйста, Алина Евгеньевна, что происходило в тот день в маршрутном такси? Я сидела рядом с водителем. Видела, проехали пробку, обгоняли очень быстро. Потом выехали на встречную. Потом грузовик. Все. Водителем в строительном управлении. В то утро вез на стройку материалы. Дорога была свободная. По встречной напротив образовалась пробка. Ехал я где-то километров 60. Вдруг откуда ни возьмись, мне навстречу выруливает маршрутка. Решил обогнать. Я по тормозам, он пытался увернуться. Я лично не был в маршрутке. Но там находились моя жена и мой 6-летний сын. Жены я лишился. А мальчик помещен в психиатрическую клинику. Потому что в результате аварии испытал сильнейший шок. И до сих пор замкнут в себе. И ни с кем не общается. Тишина в зале. Уважаемый суд, общество необходимо изолировать от подобных существ. Это не человек, это изверг! Тишина в зале. Успокойтесь, пожалуйста, присаживайтесь.
Подсудимый, встаньте. Вы признаете себя виновным? Нет. Прошу тишины в зале. Вы были за рулем? Да, я был за рулем. Но я не хотел гибели людей. И потому виновным себя не считаю. Тишина в зале. Господин адвокат, у вас будет дополнение к заявлению подсудимого? Безусловно, Ваша честь. Я ни в коем разе не хочу обидеть господ потерпевших. И от всей души сочувствую семьям погибших. И тем не менее настаиваю, что данное дорожно-транспортное происшествие является результатом несчастливого стечения обстоятельств. За 3 дня до аварии у моего подзащитного заболел сменщик, и ему приходилось работать за 2. Следовательно, после 3 бессонных ночей он не сумел восстановиться и вышел на работу, не полностью восстановив свои силы. Мой подзащитный из-за смертельной усталости плохо справлялся с управлением автобуса, что и послужило результатом дорожно-транспортного происшествия. Как все мы слышали, подсудимый одновременно успевал курить, говорить по мобильному телефону, отсчитывать сдачу, еще и хамить пассажирам. И все это в состоянии смертельной усталости. Вы не пользуетесь общественным транспортом. Не представляете, какая это мясорубка. Как и чем я пользуюсь, это мое личное дело. По-моему, господин адвокат забыл, чем мы здесь занимаемся. Господин прокурор, господин адвокат, ваш рабочий день на сегодня закончен. Судебное заседание переносится на завтра. Прошу всех встать. Мама, а папу скоро отпустят? Отпустят скоро. Скоро, зайка. Ну зачем вы ребенка-то мучаете? Идите домой. Извините, Ваша честь, я очень за мужа переживаю. А что, вам ребенка не с кем оставить? Не с кем, Ваша честь. На няню у нас денег нет. Это наш единственный кормилец. И сейчас его посадят. Шли бы вы лучше домой. А папу отпустят. Спасибо. Так. Доченька, а что ты сегодня такая серьезная? Что-нибудь случилось? Ты все? Знаешь что, принеси мне дневничок. Я давно в него не заглядывала. При чем здесь азбука пропись? Это я не просила. Русский язык я тоже не просила. А где дневничок? Мамочка, ну честно-честно, я не виновата. Ух ты! Поведение неот. Разбила горшок с фикусом. Это что? Мамочка, по поведению не считается. Доченька, как это не считается? Очень даже считается. Ты разбила горшок с фикусом, он же огромный. Мамочка, но я не виновата. Просто на перемене мальчики за мной бегали, а Мишка поставил мне подножку. И я упала, и за собой шкаф потянула. Так он еще и на шкафу стоял? Да. Но я надеюсь, все живы-здоровы? Да, все живы-здоровы. Только я теперь одна дежурная по классу целую неделю. Доченька, ну знаешь, по делам тебе. Мамочка, я же ведь не специально. Доченька, ну ты представляешь, если бы этот горшок свалился кому-то на голову? Ты представляешь, что могло бы быть? Нет,
Ты нарушила правила поведения в школе. Я считаю, что твоя учительница абсолютно права. Мамочка, я больше никогда не буду бегать в школе. Точно? Ну ладно, ты не расстраивайся. Ну, конечно, ты совершила не очень хороший поступок, но и в то же время и не такой уж серьезный. Ты все уроки выучила? Угу. Ну ладно, ладно, молодец. Ваша честь, имеется копия водительских прав подсудимого, которые соответствуют категории Б, а не Д. Также есть справка из ГИБДД, в которой указано, что Хохлов Сергей Владимирович за последние 5 лет неоднократно задерживался работниками автоинспекции за нарушение скоростного режима, а также за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Вы бы не могли уточнить, подсудимый был задержан за нарушение в рабочее или нерабочее время? Какое это имеет значение? Что в нерабочее время можно пьяным ездить? Ну как же, какое имеет значение? Господин прокурор, вы опять занимаетесь вымыслом, упрямо отвергая факты. Мой подсудимый ни разу не был задержан за превышение скорости в рабочее время или перевоз пассажиров в нетрезвом состоянии. А это очень важный аргумент. Ну а как он водит автомобиль в свободное время, нас не касается. Смешно. Вы это серьезно говорите? Спасибо. Слово предоставляется свидетелям со стороны обвинения. Свидетель, суд предупреждает вас, что за отказ от дачи показаний или же за дачу заведомо ложных показаний вы несете ответственность по статьям 307-308 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ознакомьтесь, распишитесь. Дмитрий Петрович, вы знакомы с подсудимым? Да. Где и когда вы познакомились? Я являюсь работодателем подсудимого. Около года назад он был принят на работу в качестве водителя маршрутного такси в мою компанию. И как он выполнял свои обязанности? Вы знаете, мне стало известно, что он утаивает часть выручки. И иногда отлынивает от работы, ссылаясь на семейные проблемы. Скажите, а почему вы его не уволили? Ну, он вызывал жалость у меня и у других сотрудников компании. У него ведь жена и маленький ребенок, которых нужно кормить, а новую работу найти непросто. Ну хорошо, а почему вы приняли сотрудника с водительскими правами ненадлежащей категории? Ну, Ваша честь, вы позволите? Да, пожалуйста. Я давно искал ответ на вопрос, который вы задали господину Гундяеву. И вот что получается. Наземного транспорта в городе не хватает. Поэтому власти закрывают глаза на попытки официальных операторов-перевозчиков расширить свой автобусный парк за счет нелегальных машин. А также увеличить рабочий день водителей автобусов. В данном свидетельстве указано количество официально зарегистрированных маршрутных такси, принадлежащих компании «Автомарш», владельцем которой и является господин Гунтеев. Мне удалось выяснить, что в городе циркулирует еще как минимум 3 маршрутные такси, чьи номера не указаны в официальном перечне. Среди них и такси, управляемые моим подзащитным. Согласно данной технической экспертизе, эта машина еще до аварии находилась в неисправном состоянии. В ней была серьезно повреждена педаль тормоза, а также, внимание, заблокирован аварийный выход. Еще нам удалось выяснить один интересный факт. Мы подали запрос в бухгалтерию компании «Автомарш» и выяснили, что средняя заработная плата водителя компании составляет 10-12 тысяч рублей в месяц. Как вы понимаете, желающих устроить к ним на работу найдется немного. Отсюда вывод. Господин Гундеев
принял в штат неквалифицированного работника Хохлова не из-за жалости, как он сказал, а из-за нехватки кадров. Протест! Протест принимается, господин адвокат. Ну почему вы считаете, что жалость не имела места быть? Папа! Папочка, пойдем! Пап, мы скоро пойдем домой! Тихо, 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 малыш, тихо. Выведите, пожалуйста, ребенка из зала. Извините, извините, ваша честь. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Извините. Зачем ребенку это привела? Что такое, а? Марина Андреевна, там подсудимый повесился. Как? Когда? 3 часа назад в следственном изоляторе. Но его откачали. Так он живой? Да, живой, все хорошо. А вы отмените заседание? Ну да, конечно. Но только ты предупреди всех об этом. Угу. Ну я вам больше не нужна? Ты нет. Только предупреди всех. Хорошо. До завтра. Я пойду. Да, давай. До свидания. Хорошо. Да. Вы потом... Добрый день. Вы потом ко мне зайдете после обеда, хорошо. Ладно? Угу. Сейчас, секунду. Хорошо, хорошо. Марина Андреевна. Да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что у вас с Хохловым там происходит? Заседание перенесли. Угу. Ну, конечно, он пострадал после аварии психически. Симулирует. Он просто к жалости вызывает. Он просто боится своим жертвам в глаза взглянуть. Вот и все. Мы это с вами знаем. А что, самоубийство подсудимых считается нормой? А если бы он умер? Марин, не считается нормой. Хорошо. Что в этой ситуации мы могли бы с вами сделать? Для начала оказать психологическую помощь, а потом тщательно во всем разобраться. Ты опять за свое. Обратись к Пежемскому. Он недаром взялся за это дело. Добьется чего хочешь. Поняла? Ну ладно, до завтра. Обязательно. Надо найти. Проходите. Хорошо. До свидания. До свидания. Да. Здравствуйте. Я по объявлению. Мы водители маршрутки. Паспорт. Так, понятно. Регистрации нет. Права и трудовые покажите. Пожалуйста.
Медицинская книжка есть? Нету. Да, так. Идите, оформляйтесь. С завтрашнего дня выходите в рейс. Спасибо вам большое. До свидания. На прошлой неделе я был принят в штат компании «Метеор». У меня имеется справка. Несмотря на то, что у меня нет категории «Д» и опыта работы водителем автобуса, я несколько лет работал водителем такси. Скажите, у вас медицинская книжка есть? Нет, медицинская книжка тоже отсутствует. Насколько мы знаем, подсудимый не имеет отношения к компании «Метеор». Да, не имеет. Но, пригласив свидетеля Грибкова, я хотел продемонстрировать суду обычную в наши дни практику приема на работу водителей общественного транспорта. Ваша честь, в отличие от свидетеля Грибкова, у моего подзащитного есть медицинская книжка. Но обратите внимание, последний раз он проходил медосмотр 3 года назад. Я настаиваю на том... что большая часть вины за содеянное лежит не на моем подзащитном, а на руководителях компании, из-за халатности которых погибли люди. Кроме того, ваша честь, на страницах газет я нашел следующее объявление. Приглашаются смелые, ловкие, быстрые, одинокие мужчины с многолетним опытом работы камикадзе. Вы слыхали о такой профессии камикадзе? Я нет. Все будет хорошо, мы добьемся справедливости. Мне удалось получить разрешение, и на будущей неделе, уже скоро, на месте аварии открываем мемориальную доску. Так что приходите, пообщаемся, поменем наших близких. Придем, придем. Обязательно. Приходите все. Хорошо. Посмотрите на нее. Вот она. Не бойся. Совести нет. На чужое горе полюбоваться приперлась. Да. Как не стыдно. У меня сын погиб. Что нужно вам? А твой душегуб живой. Действительно. Пожизненно его надо посадить. Пожизненно. Господа, товарищи, на сегодня слушание дело закончено. Освободите, пожалуйста, помещение. Пойдемте, я вас провожу. У меня жена погибла. А если вы не освободите помещение, я вынуждена буду позвать судебных приставов. Успокойтесь. Я что-то с машиной. Да. До вечера. Мне кажется, что вы сегодня прекрасно выступили. Спасибо. Но победить это дело, на мой взгляд, практически невозможно. А я не жду от него лавров. А что вы ждете? Резонанс. А его пока все нет и нет. Хотел властям глаза раскрыть, но пока все тихо. Они не понимают, что дело неоднозначное, спорное и касается каждого из нас. Мне кажется, что вы сможете привлечь внимание общественности и прессы. Ну что ж, посмотрим. Вас подвезти? Нет, спасибо. Я люблю так, сама. Потихонечку. До свидания. До свидания, счастливо. Счастливо. Конечно, пойдем. Я жена останусь. Да. Чего не слышно? Второй, вообще слышно. С таким пробком я чувствую. Это, кстати, очень у многих. У моей Сашки. Сашкина одна. Простите, вы последняя? Мы. Скажите, автобус тоже здесь остановится? Вы в него не сядете. Он ходит, во-первых, раз в час. Во-вторых, если и сядете, то будете кругалями ездить по городу. Лучше на маршрутке. Да. Чебоксарская, опять пробка. Да сам объезжай, раз такой умный. Мне еще семью кормить. Остановите, пожалуйста, здесь.
Спасибо. Привет. Мамочка. Да. Привет. Привет, моя крошечка. Чего ты так долго сегодня? Доченька, да я исследовала особенности общественного транспорта. Понятно. Мам, а общественный, это значит приспособлен для общества? Ты знаешь, если бы он был приспособлен для общества, я бы не опоздала. Ты уже ужинала? Я тебя ждала. Да ты что? Я сама приготовила. Ну-ка, пойдем посмотрим. Мамочка, сначала руки помыть. Слушаюсь, пойдем. Потом, господа, потом, извините, извините. Прошу всех встать, суд идет. Прошу садиться. Продолжается слушание по делу Хохлова Сергея Владимировича. Слово предоставляется свидетелям со стороны защиты. Защита приглашает свидетельницу Атаманову Валентину Сергеевну. Прошу вас. Я никогда не пользуюсь маршрутным такси. Каждое утро на работу в поликлинику я езжу троллейбусом по Чебоксарской набережной. И каждое утро я попадаю в немыслимые пробки. Полгода назад я писала жалобу в администрации района, города, где от лица жителей района требовала расширить участок пути. Но это же безобразие. Вам кто-нибудь ответил? Никакого ответа я не получила. Никаких действий предпринято не было. 8 сентября я ехал по набережной. С работы с ночной смены, и не заметил ту яму и угодил туда передним колесом. Вот. Там с асфальтом что-то было. Движение было плотным. И в меня сразу врезался сзади автомобиль. Образовалась пробка. Яма действительно существовала, но ее заделали буквально на следующий день после аварии. Вам известно, когда на дороге возникла эта яма? Нет, но на прошлой неделе, когда я дежурил на набережной, она уже была. Спасибо, присаживайтесь. Выходит, что одной из причин гибели 5 пассажиров было аварийное состояние дороги, Ваша честь. Защита приглашает следующего свидетеля, Морозова Ивана Петровича. Пригласите свидетеля в зал. Мы с Хохловым Сергеем работали в паре на одной маршрутке. У вас были конфликты? Да нет. Мы с ним вообще-то приятели. Мы не конфликтовали, нет. Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, вы профессиональный водитель? Не знаю. Нормальный. Не ас, конечно. Может быть, потому что он не ас, а нормальный водитель. И произошла авария 8 сентября. Не думаю. Скажите, пожалуйста, а как часто вот руководство компании проводит, к примеру, курсы по повышению квалификации водителей или инструктаж по технике безопасности? Так я не помню, чтобы их вообще когда-нибудь проводили. Я попрошу тишину в зале.
Таким образом, Ваша честь, получается, что моего подзащитного не научили действовать в опасных для жизни условиях. Почему? Он привносит компании огромную прибыль. У меня все, Ваша честь. Сегодня заседание объявляю закрытым. О дате оглашения приговора будет объявлено дополнительно. Прошу всех встать. Марина Андреевна. Да? Вы домой? Я домой. Давайте я вас подвезу. Да нет, спасибо, Глеб Николаевич. Мне в метро удобнее. Да и потом мне нужно в магазин зайти. Давайте. Мне по дороге. У тебя вид победительницы. Мне пока что нечем похвастаться. Ну как это нечем? Вносишь весомый вклад в безопасность дорожного движения. Благодаря тебе начинаю чувствовать себя на дорогах более защищенным. Да что я? Это Пежемский привлек внимание прессы. Надеюсь, пресса не повлияет на твое решение? Почему это не повлияет? Повлияет. Хохлов будет сидеть. Да, мне, конечно, жалко его семью, но я ничем не могу помочь ему. Ну ничего себе. Безопасность движения. Ну, что ты надумал? Слушай, шел бы ты на телевидение работать, если без камеры обойтись не можешь, а то развенел на весь город. Ты свои шоферские словечки брось. Что, хочешь получить на всю катушку? Не хочу, но и без тебя обойдусь. Подумай о жене. И ребенки. Хорошо. Подумай. Сон я сегодня видел. Еду я в тот день, как обычно. А за моей спиной не пассажиры сидят, а жена с ребенком. Вот так. Прямо возле здания суда чуть не сбил. Угу. Если бы не Глеб Николаевич, вообще неизвестно, чем это все закончилось. Да знаете, сколько придурков среди водителей маршруток попадаются? Понаедут в Москву, прав понакупают, а потом люди мучаются. Цветок пересадить надо. Да сажать таких надо. Ну, знаешь, всех не пересажаешь. Инга, прости, пожалуйста, я тут работаю. Часа полтора-два меня нет, ладно? Ладно, ладно. Приговор именем Российской Федерации. Суд Щукинского района города Москвы в составе председательствующего судьи Серегиной Марины Андреевны при участии государственного обвинителя старшего советника юстиции прокурора Мурги Глеба Николаевича, адвоката Пежемского Ильи Викторовича, пресс-секретаря Уховой Инги Витальевны рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело подсудимого Хохлова Сергея Владимировича, 65-го года рождения, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренное частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц, постановил признать Хохлова Сергея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц, приговорить к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься вождением общественного транспорта. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в
в течение 10 суток с момента провозглашения приговора. Судебное заседание объявляю закрытым. Марина Андреевна, а вы сегодня были суровы? Да у меня профессия такая, суровая. Но судья Якушкина меня похвалила за профессионализм. Не суди, да не судим будешь. Так, значит, получается? Да. Вас подвезти? Нет, спасибо. Машина у вас действительно красивая. Да, ничего. Я что-то в последнее время не доверяю автотранспорту. А что? Ну, как-то так. Ну ладно, счастливо, до свидания. До свидания. Что, доченька, твоя дежурство в классе закончилось? Да, и я сказала Вере Петровне, что во всем виновата только я, а мальчики просто игрались. Какая ты все-таки молодец. Стараюсь. От кого ты у меня такая старательная? Тебя, мам. Ну, я тебя. Ну, здорово.